Тем временем большая вода стала причиной разрушения дорожного полотна и мостового сооружения на участке между Йодовой и Мазендором в Ударском районе. Это 32-й километр автомобильной дороги республиканского значения Айкино-Кослан. В итоге это привело к полной остановке движения транспорта накануне. Администрация Ударского района попросила на сутки воздержаться водителей от поездок и сообщила, что принимаются меры по восстановлению дороги. Уже ночью жители сообщили, что проезд восстановлен. Тем временем прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка действиям Управления автомобильных дорог Республики Коми и Коми дорожной компании по содержанию и ремонту дорожного полотна и мостовых сооружений на этой дороге.